в шоке еще, радостный, еще не знаю, здесь я или нет, я походу еще на пятом небе отчасти или на седьмом. А на седьмое небо молодого отца занесло невероятное событие. Олег стал папой сразу троих дочек. 29 июня его супруга родила тройню. Теперь он в окружении родных ждет встречу со своими красавицами. Тем временем младенцев доставить в выписную комнату маме помогают три медсестры. Рук ведь на всех действительно не хватает. Такой тройной подарок удивил не только семью Алименко, но и врачей перинатального центра. Тройни рождаются редко. Больше у нас рождается двойни, чем тройни. Конечно, наш медперсонал ухаживает за этими детками, потому что мамочке очень было тяжело. Детки были недоношенные, требовалось больше внимания. У счастливого папы глаза разбегаются. Пока дочерей наряжают для выписки, молодой отец подходит к каждой и разглядывает. Умиление не скрывает. Две малышки спят, одна кряхтит. Фото и видео на память. Родные ожидают семейства в холле перинатального центра и заметно притомились. Это и понятно, ведь троих малышей собирать дольше. Но как только детей выносят, родственники не скрывают желания понянчить малышек. 23-летняя мама вспоминает, после первого УЗИ на маленьком сроке не поверила, когда врач сказал «ждите тройню». Потом все точно подтвердилось. Сейчас, когда дочки появились на свет, говорит, что привыкла делить себя на троих. Любви хватит всем. Внимание поровну, кормление по очереди. Они все разные, у каждого свой характер, у каждого свои эмоции, у каждого... Каждая по-своему себя ведет. Одна больше капризничает, вторая больше спит, третья как бы тоже больше, ну, не так капризничает, как первая, но тоже себя проявляет по-своему. Счастливая семья вместе с Варварой, Софьей и Полиной, так назвали дочерей Алименко, поехали домой. Молодые родители очень надеются на помощь Атакимата в предоставлении жилья, ведь они живут с родителями. Теперь их 8 человек. Молодой отец Олег Алименко обратился в Акимат с просьбой рассмотреть возможность выдать жилье многодетной семье. Как нам сообщили в отделе жилищной инспекции, заявление будет рассмотрено в течение 30 дней. Спустя срок семье сообщат о принятом решении. Диара Ахметчина, Наталья Луговская, РТН.